Да. Так, мне дают Маю порожняк, Бомбалейлу. Она берсерк не берет, я берсерк не беру, естественно, тоже. Так, что здесь можно? Я в 4, наверное, Кстати, можно пойти, потом я вам конь хочу f3. сказать, что если бы я выиграл d4. Вову, если бы Кстати, я выиграл напишите Вову, пока, как вы думаете, сколько, какое то у я меня было место бы 4 здесь вообще очка, могу я бы шел в получить первой с такой тройке. вот игрой На четвертом, на прекрасной? втором месте бы шел, так что Так, тут на этот плотность ход очень я могу, высокая. кстати, нет, я сюда не могу пойти. Но я могу пойти слон Плотность тут g5. очень высокая. Вроде могу. Давайте слон g5. Потом отойду просто. Ты в лице, наверное, в Карлсону флаг собьешь. Да. Именно Ее Карлсону я все флаг и конь под собью. боем Может быть, сюда, но это находится. ничего не даст. Конь g5 мне ничего не даст. Ладно, вернулась обратно. Нападаю на Бомбидуш. пешку, А, это наверное, есть такой c3, и гамбит? Я надо даже не ходить, и знала, что есть вывожу такой ферзя гамбит. вперед. В следующий раз тогда я его Да, играть не буду. вот это, кстати, Слушайте, может получается быть, самое просто король интересное, что f2 партия не с выйти? Аркадием Нет, сначала была танк, а потом уже решающая, король а партия f2. с Вовой И слон могла c4 стать пойду. решающей в плане того, За что, четвертое место должна выиграв бороться. сейчас Ладно, я вас Вову, он бы поняла. шел с 5 очками, Будем бороться а тогда. я бы шел с 4 очками в первой тройке и мог бы пройти в Так. следующий этап. Но, может быть, я и Тогда сейчас пятое смогу место пройти в наше. Хотя следующий этап, хочется поэтому и нечего повыше место причитать занять. раньше времени. Куда-то она королем вперед пошла. Да. Да, я плохо там сыграла в Москве. Может быть, тут есть какая-то жертва сразу так. Не, пока в 3-0, но я думаю, можно Так, пожертвовать. ладно, понятно, мой король Надо было, слабый. наверное, жертвовать и Выводим шахом. слона. Сюда он должен играть, тогда b4, наверное, или Ой, конь она b3. хочет ферзя Кстати, моего ферзь поймать. опять у него вроде единственный ход, я могу Точно пойти конь надо было b3, тогда он жертвовать может и либо на шахом b6 пойти, либо врываться. вот сюда. Отхожу. Но, наверное, лучше пойти b4, чтобы как-то было Может быть, сейчас неприятнее. Здесь вот это пожертвовать. главное тоже не зевнуть. И слон тогда. Нет, слон у И нее войти будет не в ферзь e2. порядке. Нет. Ферзь e2 я не могу. Ладно, вернемся обратно. Да, бью. Все-таки бью. Жертвую. Пешка Там висит. ничего не И на висит, ни ладью пешка, да, где-то висит на смотрю. e5. Так, пешку отъедаю. Коня за 3 пешки схавал. Король у нее без Слон рокировки. b3, Ладью ладья можно так. подтянуть. Слон уходить не Усиливает можешь, она тут потому что куда-то на e6 батарею. висит. Почему не ферзь b3 и 3-0? Я А думаю, какое слона надо 3-0, когда у поставить меня уже куда-нибудь король на стоял на активную поле позицию. f2? Ой! У Ну, нее же правда. ладья висела! Все-таки немножко нельзя Коля, какой ты туда идиот, играть а? было. У нее же Так, здесь ладья я могу висела, пойти ну сам сюда сказал, брать. ну почему А, ты такой брать не уже собран? У нее нельзя. сейчас конь, ладья висит, но она ходит Ладно, ладья слон d1, и e2 обратно все. вернулась. Нет, она зевает. Все, как я играю, это какой-то ужас. Я Зевает! сдаюсь. Победа!